Несчастный случай в Яльчикском районе. В деревне Новое Чурино утонул купающийся в речке 6-летний мальчик. Его друга госпитализировали в бессознательном состоянии. По данному факту следователи проводят проверку. Как следует из ее материалов, малолетние катались на велосипедах около своих домов в деревне Новое Чурино, после чего пропали из виду. Мать одного из них, обнаружив пропажу мальчиков, пошла их искать и обнаружила на берегу, протекающей неподалеку речки, велосипеды, а также обоих детей, которые находились в воде. В Министерстве здравоохранения Чувашии сообщают, что пострадавший мальчик уже переведен из реанимации. Его состояние медики оценивают как стабильное. По предварительной информации, причиной трагедии могла стать и низкая температура воды, из-за которой бывают судороги даже у взрослых людей. Глубина речки, в которой утонули дети, не превышает и 1,5 метров. Мама наблюдала за ними и в определенный промежуток времени, в течение 15 минут, потеряла внимание. Они как раз оказались в этом пруду. Это пруд ты не назовешь, там 3 на 4, наверное, вот эта самая глубокая часть, там заиленная часть. Когда мама пошла спасать, по-моему, там сама мама чуть не утонула, вилле чуть не застряла, ей вытащили там. К сожалению, одного ребенка не удалось спасти. Пока сезон купания у нас не начался, обращаю внимание городских властей, где пляж, расставьте знаки, купаться запрещено. Везде, по всем муниципальным образованиям. Иначе мы терять будем сейчас.